Дніпро із бюджетом. І хоча цьогорічний міський кошторис майже на 3 мільярди гривень більше за торічний, дехто із міськради називає його песимістичним. Детальніше про основні статті видатків говоримо прямо зараз. Мої гості – це заступники міського голови Дніпра Володимир Міллер, Михайло Лисенко та голова бюджетної комісії міськради Артем Хмельников. Вітаю. Із прийняттям бюджету городян привітали, здається, всі. І міський голова теж. Давайте послухаємо, як він охарактеризував міський бюджет. Бюджет збалансований, бюджет розвитку. Ми уділимо серйозне увагу, в першу чергу, інфраструктурним проєктам. Тобто моя була основна задача, щоб бюджет перестали розтягувати на, так сказать, мелкие какие-то дела, особенно по депутатским назначениям, и размазывать ее как манную кашу по тарелке, а сконцентрироваться на крупных инфраструктурных проектах и развитии транспорта. Владимир Владимирович, вы на подходе к журналистам сказали, что бюджет пессимистичный. Почему? Вы ожидали, что сумма будет больше бюджета? Нет, наоборот, мы как бы ожидали, что сумма, ну так сложно сказать, сумма больше, сумма меньше. Мы ожидали, что будет изъятие больше из нашего бюджета. Изъятие в части реверсной дотации и в части переброски на городские бюджеты льгот по жилищно-коммунальным услугам для льготных категорий населения. И мы до сих пор, я ответственно заявляю, что мы в данном бюджете заложили пессимистичный сценарий о том, что льготы будут на плечах местного бюджета и реверсная дотация будет в максимальной сумме. Я, может, говорю профессиональными терминами, как бы некоторыми. Давайте вот более просто, тем не менее. Бюджет пессимистичный. Окей. Почему? Потому что... Окей. Изъятие денег из городского бюджета будет на полмиллиарда больше. На полмиллиарда. В пессимистичном варианте. Если депутаты, слава богу, завтра проголосуют бюджет в оптимистичном варианте... В Верховной Раде. Да, безусловно. Мы будем иметь некий ресурс на восполнение тех усечений, которые мы делали по департаменту благоустройства. Вы говорите о субвенциях, которые должны будут утвердить. Нет, это не субвенция. Что это? Те деньги, которые мы должны будем направлять либо на компенсацию льгот и субсидий для льготников по ЖКХ. Это державная функция, которая в прошлом году финансировалась за счет госбюджета. И это те деньги, которые мы будем направлять в центральный бюджет в рамках реверсной дотации. Это есть такая сложная математическая формула, которая выравнивает города между собой по показателю налога на доходы физических лиц. В нашем городе этот налог самый большой по всей Украине. Больше, чем в Киеве даже? Да. Ну, Киев живет по отдельному закону, поэтому он не идет в это сравнение. Ну, кроме Киева, у нас самый большой НДФЛ в среднем на одного человека. Это говорит о том, что у нас платится самая большая официальная зарплата по городу. Уточнение. С учетом того, что есть уровень инфляции, с учетом того, что вы заложили повышение минимальной заработной платы, безусловно, чего требует. Да, да. То есть можем ли мы сказать, что если с учетом всех этих факторов, то бюджет прошлого года не сильно отличается от бюджета этого года по цифрам? Ну, он отличается сильно в сложную сторону. То есть в абсолютных цифрах он меньше почти на 2 миллиарда, но эти абсолютные цифры, они как бы имеют мало значения. Самое большое значение в том, что у нас затраты на защищенные статьи бюджета, в том числе на вот эти два показателя, о которых я вам говорил, значительно больше, чем в том году, почти на 2 миллиарда. То есть мы зарабатываем больше, а тратим на защищенные статьи больше, чем зарабатываем. Ну, так простыми словами. То есть мы на проектные затраты, на реформирование жилищно-коммунального хозяйства запланировали денег, ну, почти на миллиард меньше, чем в прошлом году. Не потому, что мы так захотели, потому что мы запланировали пессимистичные показатели по реверсной дотации, по льготам, ну и, соответственно, повышение заработной платы и рост цен на энергоносители дают нам некие, ставят перед нами некие задачи. Михаил Александрович, только что мы слышали, мэр сказал, что в этом году будут тратиться деньги на крупные инфраструктурные объекты. Скажите, что это за проекты, что будут реализовываться?
На самом деле у нас готовых проектов, наш департамент подготовил, у нас есть уже готовые проекты с экспертизами, с положительными выставками на сумму 2,5 миллиарда гривен. Это то, что при наличии денежных средств мы бы могли осуществить. То есть, но мы будем останавливаться на знаковых объектах. В этом году мы разработаем... Дополнительно от существующих объектов мы разработаем еще дополнительный проект. Это развязка на Донецком шоссе, это строительство 4-й петли, если вы знаете. То есть на Полтавское шоссе у нас существует виадук, и с 1976 года его построили по принципу, что там осталось 3 петли. И люди, которые хотят выехать с Донецкого шоссе, если не едут со стороны каравана, им надо ехать до улицы Высоцкого, разворачиваться, заезжать обратно. То есть этот проект мы изготовим только в этом году. Остальные это капитальные ремонты, то есть самые масштабные, то, что у нас будет, это капитальный ремонт привокзальной площади, капитальный ремонт улицы Курчатова, капитальный ремонт улицы Бабушкина и капитальный ремонт проспекта Еврницкого от площади Привокзальной до площади, до улицы бывшей Горького, ныне княгини Ольги, и сама улица княгини Ольги от Еврницкого и до площади Десантников, до Ричпорта. Это те объекты, которые попадут в капитальный ремонт. То есть туда входит и замена освещения, и замена старых деревьев, которых, вы знаете, там на этом отрезке очень большое количество, переукладка новых трамвайных рельс, причем новые трамвайные рельсы будут уложены точно такие же, как сейчас у нас. Мы производим укладку по улице Севастопольской, это уже современные рельсы бесшумные, там уже не используются старые допотопные костыли, там используется специальная система скоб, которая не дает практически никакого шума. У нас все стыки на трамвайных рельсах в настоящий момент, мы их, то есть если не раньше, как они крепились, а мы их свариваем в стык и дополнительно их защищаем для того, чтобы не было, ну, пассажиры знают, когда едут по трамваю, есть определенные скачки, определенный шум. Этого не будет ничего. Кроме того, в проекте реконструкции предусмотрено у нас на этом участке от площади Вокзальной до улицы Горького, мы произведем капитальный ремонт всех фасадов исторических зданий, которые у нас есть. Секундочку, точнее по поводу Еврницкого. Сейчас там идет строительство метро, это никак не повредит? Я же сказал, да, капитальный ремонт Еврницкого от участка, от улицы, давайте так, Шмидта до площади Вокзальной, вот на этом участке, там строительных работ, то есть там не будет ни вывода стволов, то есть этот участок уже не подлежит реконструкции в дальнейшем по строительству метро. А вот эту часть, где сейчас строят метро, будем реконструировать уже после того, как... После строительства, там огромное количество выноса, замена сетей, огромное количество укладки технологического трубопровода. То есть, ну, сейчас, по большому счету, нецелесообразно проводить вообще реконструкцию. То есть, да, мы будем делать какой-то текущий ремонт, какой-то ямочный ремонт, ремонт тротуаров, но это все будет текущие ремонты. Кроме того, у нас на следующий год запланирован капитальный ремонт тротуаров от улицы Серова до улицы, включая улицу Артема на участке, и от набережной Ленина, от набережной до улицы Чкалова бывшая. То есть весь этот участок мы выполним там капитальный ремонт тротуарной части, то есть мы там сделаем понижение тротуаров, мы заменим точно так же там старые деревья, произойдет замена освещения, выровняем все бордюры, которые в последнее время просели. То есть этот участок дороги, этот участок тротуаров у нас, ну, не ремонтировался больше, наверное, 25-30 лет. Мы сейчас говорим про департамент жилищного хозяйства. Департамент инфраструктуры и благоустройства. Угу. Инфраструктура и благоустройство. По поводу того, что говорил Владимир Владимирович сегодня на пресс-конференции журналистам, что у нас немного обиженным осталась программа развития жилищного хозяйства, если не ошибаюсь. Сколько денег нам не дали или, ну, не получилось выделить? В сравнении с 2017 годом, с текущим годом, порядка 600 миллионов. Но это не говорит о том, что департамент обижен, потому что бюджет должен быть сбалансирован. Мы не можем принимать дефицитный бюджет. Но мы понимаем, что у нас будут определенные резервные вещи. В том числе остатки на счетах на начало года. В том числе мы на сегодняшний день или на 20 число, мы уже сегодня на 6 декабря принимали в бюджете решения, которые касались выравнивания ситуации по департаменту благоустройства. Да, это пока текущая ситуация, это не такие большие объемы, как 600 миллионов, но я думаю, что мы 20 числа этот момент немножко исправим. Плюс все дополнительные доходы, это превышение факта над планом, как у нас по аналогии с этим годом было. У нас есть договоренность со всеми участниками бюджетного процесса о том, что все плюсы, так называемые, следующего года
будут идти в департамент благоустройства. То есть Михаил Александрович обижен не будет. Ну, я думаю, это не совсем Михаил Александрович, да, именно. Ну, я, безусловно, мы персонифицируем задачи департамента. То есть я образно скажу, то есть, чтобы это было понятно, мы заложили, в частности, по департаменту благоустройства инфраструктуры, у нас на сегодняшний день 1 400 000 000, а департамент жилищного хозяйства – это 600 миллионов. Но, 605 миллионов, но это с учетом, эта сумма будет увеличиваться за счет того, что у нас будет за то, что денег в бюджет будет поступать больше. И все деньги, которые будут поступать больше, их будет в следующем году, несомненно, больше будет перевыполнение. Эти деньги уже будут направляться в департамент благоустройства и департамент жилищного хозяйства. У нас есть некая практика текущего года. Планирование производится на пессимистичном, осторожном уровне. Все дополнительные деньги, которые мы в следующем году получим, плюс все деньги, которые у нас останутся на начало следующего года, они будут направлены в департамент благоустройства. Михаил Александрович, я все же хочу уточнить. Ну, то есть вы прекрасно понимаете, что сейчас зрители слышат о том, что у нас остается недофинансированным, грубо говоря, по сравнению с текущим годом. Разницу вы сказали в цифрах. Ну, 2017-2018. Денег меньше. Денег будет больше. Ну, на данный момент. Что может, ну вот на данный момент денег все равно заложили меньше, тут спорить не стоит, я думаю. И все-таки в следующем году мы планируем, что сделать вот за эти деньги, если за те, которые у нас уже есть. Это будет ремонт крыш, это будет ремонт, что это будет? Это будет и ремонт кровель, и ремонт сантехсистем, и ремонт подъездов. И мы планируем в следующем году полностью отремонтировать и запустить все лифты в городе Днепре. То есть если когда мы приняли городское хозяйство, то есть у нас было неработающих в городе 978 лифтов. По состоянию на сегодняшний день у нас неработающих лифтов где-то в городе осталось порядка 180. И это при том, что 150 лифтов в этом году было разграблено. То есть если бы не разграбление, то есть я речь иду о разграблении, о том, что когда расхищается лифтовое оборудование, когда вырезаются подвесные кабеля, когда разграбляются машинные отделения, если бы не этот факт, у нас бы в этом году, я думаю, осталось бы где-то неработающих порядка 30 лифтов. Но на следующий год мы заложили сумму порядка 180 миллионов только на ремонт, на капитальный ремонт лифтов. И после этого мы уже сможем, даже в этом году мы запланировали, у нас есть часть объектов, расположенных на улице Рабочей, там, где лифты старые, производство завода Никопольского, то жители знают, где вручную надо закрывать двери. Эти лифты отработали уже все нормативные сроки. И после того, как мы запустим все лифты, которые стояли долгое время, мы уже перейдем к плановой замене лифтов, которые отработали свой нормативный срок. Это также где туда включается и ремонты. В этом году будем выполнять обязательно ремонты кровель, обязательно ремонты подъездов, обязательно ремонты сантехсистем. Сейчас формируется титульный список. Еще не сформированный. Да, мы сейчас, когда мы уже узнали окончательную сумму, на которую нам выделяют, исходя из этих цифр, я думаю, где-то в течение недели мы уже сможем сообщить, где какие ремонты будут проводиться в следующем году. Да. Можно маленькую ремарочку? Да. Михаил Александрович говорит о департаменте жилищного хозяйства. На который выделено 605 миллионов. По его финансированию нет вопросов, нет негативной динамики с прошлым годом. И могу даже назвать цифры. В прошлом году, да, было 335 миллионов. Те задачи, которые сказал Михаил Александрович, они будут выполнены, я надеюсь, в полном объеме, без каких-нибудь там трудностей. Речь идет о том департаменте, который финансирует ремонты дорог, озеленение, горсвет, мосты, гидросооружения и так далее. Вот по нему есть некая проблема, она жилищного фонда не касается, но, опять же, заверяю вас, заверяю телезрителей о том, что балансировка бюджета – это техническая задача. Все дополнительные источники финансирования, которые у нас были в 2017 году и будут в 2018, а их порядка по текущему году, ну, порядка 1 000 000 000 гривен, они будут направлены в департамент благоустройства. Дороги ремонтировать будут? И мы все задачи по дорогам, мостам, деревьям, свету и так далее будем в полном объеме выполнять.
Артем Александрович, сегодня на сессии некоторые отдельные депутаты говорили по поводу того, что бюджет был не таким прозрачным. То есть, если в прошлом году комиссии заседали, велись прямые трансляции с заседания бюджетных комиссий, то в этом году такого не было. Что можете сказать по этому поводу? Меня интересует еще тот нюанс, что последнее обновление документа было на сайте 5 декабря, фактически вот накануне перед сессией. Успели ли все ознакомиться? Давайте так. Это не отдельные депутаты. Я слышал замечания только от одного депутата. Без фамилии просто. Да, без фамилии, который присутствовал непосредственно при обсуждении бюджета. И этот депутат, его отдельные правки учтены в этом проекте. Это чтобы вы понимали. Далее. Бюджет мы обсуждали на протяжении месяца. Бюджетная комиссия была основное заседание, на котором было обсуждение. И вчера было финальное заседание. Почему проект бюджета обновляется накануне сессии? Это нормальная практика. То есть бюджетная комиссия собирается на финальное заседание. Мы заслушали представителей финансового органа Владимира Владимировича. И после этого был сформирован окончательный протокол решения, то есть какие же правки депутаты предлагают к тому проекту бюджета, который есть. После чего это решение бюджетной комиссии финансовый орган берет во исполнение и обновляется после этого проект бюджета. Это нормальная практика. Теперь, что касается, я бы еще хотел прокомментировать проблематику, связанную с уменьшением либо увеличением средств городского бюджета. Да, действительно, в абсолютных цифрах у нас на сегодняшний день бюджет вырос по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом, это 13 миллиардов. Но есть еще такое понятие, как бюджет развития, то есть это те инвестиционные деньги, которые город имеет возможность сам распределить на те или иные инфраструктурные проекты, либо в жилищное хозяйство. На сегодняшний день бюджет развития, если даже сравнивать с 2016 годом, фактически сократился на 1 миллиард. То есть все этот миллиард перекочевал на выполнение функций местного самоуправления и на закрытие тех позиций, которые государство делегировало местному самоуправлению. То есть это всевозможные субвенции, это дофинансирование субвенций, которые не финансируются в полном объеме на сегодняшний день и в медицине, и в здравоохранении, и в образовании. И исходя из этого, если вы сравните бюджет развития 2016 года, с 2017 годом, то разница примерно в полмиллиарда, и на сегодняшний день в общем разница миллиард. То есть мы на сегодняшний день, если мы говорили, что с 2015 года началась децентрализация в стране, то фактически к сегодняшний день существуют риски, что центральная власть все больше оставляет за местными советами защищенные статьи и все меньше дает возможность иметь собственные средства на инвестирование, строительство и развитие городов. Это есть проблема. Очень много денег заложено на строительство, насколько я видела по многим пунктам там строительства. Об этом подробнее еще поговорим. По поводу медицины. Что мы профинансировали? Мы профинансировали первичное звено, то, которое, по идее, с 1 января 2018 года должно уже медицинская реформа. И мы тут у нас были в гостях и врачи, мы спрашивали, готовы ли вы уже переходить на самоокупаемость. Что сделал город? Ну, давайте так, про самоокупаемость вообще как бы говорить не стоит. Да, это вообще, они вздыхали. В рамках медицинской реформы термина самоокупаемость нету. В рамках медицинской реформы есть некая измененная модель финансирования, в рамках которой государство финансирует некие статьи расходов из центрального бюджета. Ну, то есть соответствующие подразделения медицинской отрасли становятся так называемыми одерживателями бюджетных коштев и получают их из центрального бюджета. Но в рамках этой реформы, в рамках этого перераспределения затраты на коммунальные услуги не компенсируются. То есть мы заложили затраты на коммунальные услуги первичного медицинского звена и затраты на содержание местных программ медицинских в полном объеме за свой счет. И у нас уже есть некий инсайт о том, что в госбюджете будет принято решение о том, что все-таки первое полугодие
поскольку не успевает государство переформатировать вот эту вот систему финансирования, мы будем в полном объеме финансировать первичное медицинское звено, то есть не только коммуналку и медицинские программы наши городские, а все затраты, зарплату и прочие там их... Хорошо, можно попутный вопрос тогда? Вот сейчас, эти... можно я закончу? Мы в этом ключе, если так будет принято решение, мы получим субвенцию медицинскую в первом полугодии, на первое полугодие. Вот если не получим, то мы будем, ну, если будет все-таки реализована реформа в том ключе, как мы ожидаем, то мы будем финансировать коммунальные услуги и городские программы, а все остальные затраты, в том числе заработную плату, будут финансировать центральный бюджет. Все, теперь поняла. Наверное, даже вопрос ушел. Соответственно, если будут субвенции, то эти, возможно, дополнительные... Будет все то же самое, только через город. Только через город. По поводу ОСМД. Михаил Александрович, сегодня опять же звучала информация о том, что на ОСМД в этом году в следующем году выделят меньше денег. С чем это связано? Насколько миллионов меньше? Ну, прежде всего, это связано с тем, что в прошлом году у нас была выделена сумма порядка 50 миллионов гривен на ОСМД. Однако ОСМД смогли освоить этих денежных средств только ровно половину. То есть деньги выделены на ОСМД по различным причинам. Руководство этих ОСМД, они их не смогли использовать. Можно уточнение? Выделили деньги на ОСМД. Это же не происходило, допустим, в ноябре, что они просто физически не успевали? Нет, это произошло в январе. То есть с января месяца ОСМД смогли потратить... В декабре. Ну, в декабре прошлого, да. В декабре 2016 года. То есть, но использовать они их могли уже с января. С января уже могли, да, использовать. То есть за 11 небольших месяцев они смогли использовать только половину. По различным причинам. То есть, ну, как правило, это связано, с недостаточным, к сожалению, профессионализмом определенных руководителей ОСМД. Некоторые по полгода открывали себе расчетные счета. Некоторые не могли провести там прозора и так далее. То есть, поэтому они смогли освоить только половину. И, исходя из того, что какое количество денежных средств ими было освоено, мы выделили им точно такую же сумму, которую они освоили в прошлом году. По поводу закупки транспорта. Будет ли закупаться транспорт в следующем году? И будут ли привлекаться, будем ли мы брать кредиты? Я думаю, до конца, это я не хочу забегать вперед, я думаю, об этом пусть расскажет уже сам мэр. У нас сейчас очень серьезный диалог с Европейским банком реконструкции и развития. И также мы заключили договор уже с Государственным банком Приватбанк на лизинг троллейбусов, а с ЕБРР оформляем кредит на их, на льготный кредит на приобретение электротранспорта. То есть у нас основной акцент в этом году будет полностью на троллейбусы. Будет закуплено, я думаю, рекордное количество, я не буду называть сумму, рекордное количество троллейбусов в Украине. Если в этом году, в 2016 году, мы были первые в Украине по количеству закупленных троллейбусов, в следующем году, я думаю, эта сумма будет значительно намного больше. И после того, как мы полностью на 100% обновим парк троллейбусов, а это произойдет уже в следующем году, я думаю, в 2019 году мы начнем уже полностью программу по приобретению, по замену фондов для приобретения трамваев. По поводу троллейбусов и трамваев. 2017 год, в 2016 назвали так негласно годом транспорта. Скажите, сколько было приобретено именно в 2017 году? Вы сказали, в 2016 много закупили, а сколько в 2017 закупили чего? То есть у нас сейчас произошло обновление парка где-то на порядка 45 единиц, то есть всего вместе. В следующем году эта сумма будет... больше, плюс это будут деньги, которые мы привлекаем для лизинга транспортных средств. По большому счету, лизинг это та же, ну, где-то, грубо говоря, та же собственность, просто на более льготных условиях для города. То есть не надо одновременно сразу выдавать эти денежные средства. Что касаемо кредита ЕБРР, он будет действительно на льготных для нас условиях. Я думаю, мы его подпишем до конца этого года, и поставка техники начнется уже со следующего года. Как раньше мы говорили, вся техника у нас будет приобретаться, то есть современная, все троллейбусы однозначно будут низкопольные, и обязательно, в обязательном порядке все будут с кондиционерами.
Владимир Владимирович, по поводу коммунальных предприятий, которые у нас традиционно называют убыточными, ну, возможно, какие-то приносят какие-то доходы, я не буду судить. Я по поводу цифр. Если в прошлом году на уставные фонды, пополнение уставных фондов коммунальных предприятий потратили, если не ошибаюсь, больше 1 000 000 000 гривен, то в этом году на пополнение уставных фондов тратят порядка 700 000 000 гривен. Скажите, зачем эти деньги? Если, ну, к примеру, на примере того же Днепровский электротранспорт, так, уставной фонд пополняем на 90 000 000 гривен, но вместе с тем и отдельно капремонт трамвайных путей, отдельно закупается транспорт и отдельно зарплата выплачивается. На что идут деньги? Ну, давайте с конца начнем. Электротранспорт пополнение уставного фонда получает только на замену подвижного состава. То, о чем говорил Михаил Александрович, это оплата первого взноса по кредиту плюс обслуживание кредита, то есть проценты и комиссии. И в части данного предприятия это единственная цель. В части остальных коммунальных предприятий пополнение уставного фонда и прибыльность предприятий рассматривать в одном показателе, ну, смысла нет, потому что мы не пополняем уставные фонды прибыльных предприятий. Прибыльные предприятия – это те предприятия, которые работают на открытом рынке, там, ну, зарабатывают какие-то деньги, там, это не такие большие деньги, и они, слава богу, понемножку пополняют городскую казну. А те предприятия, с которыми мы работаем в части пополнения уставных фондов – это Водоканал, Теплоэнерго, Коммэнергосервис, Теплотранс. То есть это те, кому мы компенсируем разницу в тарифах. Это те, кому мы даем средства на модернизацию теплового хозяйства, которому, слава богу, лет и лет. На изоляцию трубопроводов, на модернизацию котельных, на разные капитальные задачи. То есть это не прибыльные предприятия, у них нет цели получения прибыли. И, ну, делать их прибыльными смысла нет. Это те предприятия, которые выполняют делегированные городу функцию по отоплению, по водоснабжению, по канализации. То есть просто надо разделить эти предприятия, зарабатывающие, и те, кого мы пополняем, в две разные категории. Да, пополняем намного. Этот механизм, позволяющий не порождать дополнительные налоговые обязательства и выполнять делегированные городу функции, в том числе заниматься такими важнейшими задачами, как обновление подвижного состава, обновление техники городской, коммунальной, ну и выполнение прочих капитальных задач. Хорошо, у меня теперь такой вопрос. Вот КП «Днепровский электротранспорт». И просто есть еще МКДП «Днепромийский электротранс». Это разные структуры. Да, МКДП «Днепромийский электротранспорт» – это предприятие, которое функционирует, уже несколько десятков, ну или больше десятка лет. И это рудимент, так называемый, на котором тянется ряд обязательств, в том числе по выплате заданную «Шкоду» там, физичным особам. То есть это рудимент, который просто… Это совершенно разные коммунальные предприятия, которые выполняют совершенно разные функции? Нет, никаких функций не выполняет. Это рудимент. У него есть задача по компенсации завданной физичным особам «Шкоды». Его нельзя ликвидировать. То есть кто-то, к сожалению, когда-то кому-то завдав вызначенную «Шкоду». И цю шкоду підприємство зобов'язане протягом щорічного режиму компенсувати. Ми не можемо просто його ліквідувати, а функціонала іншого нема. Департамент инновационного развития в прошлом году получил 22 миллиона гривен, больше 22, в этом году больше 95 миллионов гривен. В связи с чем такие траты? Ну, я скажу в двух словах, я думаю, Артем Александрович дополнит. В прошлом году было проектирование, в этом году реализация. Артем Александрович. Да, это департамент, который занимается проектами инновационного характера. Часть этих функций на коммунальных предприятиях, которые подчинены этому департаменту. В прошлом году было ударное проектирование нескольких объектов осуществлено. К примеру, это реконструкция парка «Зеленый Гай» части, реконструкция парка «Володя Дубинина». И в этом году начнется осуществляться строительство данных объектов и внедрение там таких зон парковых новых. Поэтому в этом году, в 2018 году,
да, мы увидим уже реализацию этих проектов, которые делались в этом году. То есть в прошлом году они готовились, они изготавливали проектную документацию, они проходили экспертизу. Без чего мы не можем приступить, собственно, да, то есть без чего они не могли вообще не начать никакие работы. В прошлом году департамент этот был создан, они эффективно проработали один год. Сейчас они уже подошли к тому, что в этом году они будут реализовывать все то, что было запланировано в прошлом. И еще один проект, которым занимается данный департамент. Я надеюсь, что у нас Михаил Александрович сейчас говорил про работу в сфере транспорта с банком, Европейским банком реконструкции и развития. Также этот департамент ведет проект с Европейским банком реконструкции и развития по термомодернизации или внедрению энергоэффективных технологий в 84 школах и садиках. Сейчас проходит тендер в данный момент, и я надеюсь, что в следующем году тоже будет реализация этого проекта. И заложено на службу заказчика 5 миллионов гривен, которые должна городская власть со своей стороны обеспечить по реализации данного проекта. То есть это наше обязательство города при реализации этого проекта перед Европейским банком реконструкции и развития, чтобы была организована служба заказчика. Вернулись немного к паркам, и вопрос все-таки по привокзальной площади, небольшой, точнее, я тогда пропустила. Все же это был скандальный такой вот объект, который обсуждался очень много, что якобы сначала один проект, потом должны были пройти какие-то открытые общественные обсуждения, они не проводились. Вот все-таки привокзальная площадь, она будет отреконструирована в 2018 году уже точно? Однозначно, конечно. И сколько денег на это пойдет? Сумма, если не ошибаюсь, около 25 миллионов гривен. Нет, там 55 миллионов заложено в бюджет. Общественность обсуждала проект? Проект такой, то есть у нас, когда мы проводили конкурс, мы предложили, то есть каким образом проходит конкурс. То есть люди приходят и дают свой эскизный проект. Но некоторые люди не совсем поняли разницу. Эскизный проект – это отдельная документация или просто эскиз? Люди принесли там на бумаге формата А3 нарисованное что-то карандашом, и мы считаем так. И единственная организация, которая в полном объеме выполнила, то есть проектный эскиз, это была одна. Она стала победителем конкурса, потом мы обсуждали с рядом наших специалистов, с отдельными членами Градсовета, то есть мы проговорили, то есть те замечания, которые были со стороны архитектуры, мы их все, будем говорить, нашли точки соприкосновения, пошли друг другу на встречи, и в настоящий момент проект, я думаю, устраивает всех. Артем Александрович, вы хотели Я бы хотел прокомментировать. Дело в том, что ситуация с привокзальной площадью была, мяч был всегда на стороне у общественности. Была и петиция, поддержана общественностью. Мэр поддержал эту петицию, если вы помните историю. Я на бюджетной комиссии, бюджетная комиссия инициировала вопрос, чтобы поддержали эту петицию. К сожалению, те провайдеры от общественности, которые взяли на себя ответственность вот, подготовить ту документацию, о которой говорит Михаил Александрович, подготовить именно качественный эскизный проект, они не справились с данной функцией. И уже мяч должен быть не на стороне уже общественности, а городская власть должна взять на себя ответственность и реализовать этот проект. Почему? Потому что привокзальная площадь – это ворота города, и вы прекрасно прекрасно мы понимаем, что те реконструкции части Яворницкого, они также связаны с тем, чтобы у нас были качественные ворота города, чтобы у нас было куда приехать, когда приезжают, чтобы это было первое хорошее впечатление о городе со стороны приезжих. И мы не можем ждать, пока общественность нам принесет качественный эскиз, и мы должны делать ворота города красивыми. Немножко простыми словами, есть проект, а есть рисунок. От финансиста. Рисунков было много, да, а проект один. Ликвидировано управление по вопросам участников ЭТО, членов их семей и внутренне перемещенных лиц. Ну, это не новость. Я просто к тому, что в прошлом году оно финансировалось, точнее, в этом году финансировалось, в следующем году не будет финансироваться. Но, тем не менее, продолжаем ли мы заниматься? Ну, смотрите, ну, ликвидация административной единицы и отсутствие финансирования – это… Продолжаем ли мы заниматься вопросами ЭТОшников, переселенцев? Две разных истории. Конечно, продолжаем. То есть мы в рамках Департамента социальной защиты продолжаем заниматься теми же задачами, даже немножко расширяем их видение. То есть если раньше было управление по работе АТО, то это будет как бы внутри департамента как бы подразделение по работе с ветеранами, с разными ветеранами. У нас же только есть ветераны АТО. То есть есть и все финансовые гарантии, финансовые проекты остаются, а некая административная единица реформирована. Все, вот все. Программы сохраняются, самое главное. Все программы и все финансирование сохраняется. Это чисто административное реформирование. Михаил Александрович, вы хотели что-то дополнить? Да, я хотел сказать, что по относительно этого управления, которое занимается то, оно просто
и оно будет находиться в составе департамента соцзащиты, который занимается этими вопросами. Там и находилось. Да, то есть оно находилось. Дело в другом. Это чисто административное реформирование. Не стоит этому уделять какого-то, знаете, одиозного внимания. Ну, одиозного внимания никто не уделяет, да, просто уточняем. Предоставление финансовой помощи автотранспорту. 1,7 миллионов гривен, чуть больше. Компенсация ущерба перевозчикам от перевозки пассажиров автотранспортом общего пользования. Я почему спрашиваю? Потому что есть еще отдельная статья расходов, да, 12 миллионов гривен на компенсацию за перевозку льготных категорий. Что вот это за 1,7 миллионов гривен? Я объясню. Есть некие маршруты движения автотранспорта, маршрутного, да, которые не дублируются движением автотранспорта коммунального. То есть там нет трамваев, троллейбусов. И тем автопаркам, которые на данных участках возят граждан, выставляют им некую льготную стоимость проезда. Я не скажу точно, какая там стоимость, но она в два раза ниже, чем примерно, чем коммерческая. Для тех перевозчиков есть компенсация убытков, полученных от данной льготной стоимости на маршрутах, не дублируемых городским транспортом. То, о чем вы сказали во втором, как бы, во второй части, это имеется в виду перевозки льготных пассажиров. Которые есть, бесплатно совершенно. Которые ездят совершенно бесплатно и на всех городских маршрутах, даже которые дублируются общественным транспортом. То есть это две принципиально разные категории компенсаций, которые, ну, как бы, есть некое делегирование функций местному самоуправлению от государственной власти, к сожалению, на которое нам не дают відповідне фінансування, але ми в змозі це зробити своїм коштом. Ще одна стаття – це виконання доручень виборців. Традиційно депутатам, назовем их так, депутатам выделяют деньги, чтобы они что-то делали на своих округах. Сколько денег выделяют на 2018 год? На 2018 год у нас заложена та же сумма, что и в 2017 году. Это порядка 145 миллионов гривен всего. И это 2 миллиона на округ депутату на выполнение доручень выборцев. И 300 тысяч отдельно, дополнительно к этой сумме, заложено на выдачу материальной помощи. То есть, почему мы остановились на этой цифре? Мы видим на сегодняшний день освоение средств депутатами на округе. Я не скажу, что оно на 5 с плюсом, по моему мнению, как представителя. Такая же ситуация, как и с ОСМД, тоже не полностью осваивает? Нет, это, тут задача, смотрите, тут задача не сколько тут вина какого-то депутата. Тут есть назначения, которые меняются, либо депутат часто не успевает за работой того же департамента жилищного хозяйства. То есть, пока депутат инициировал вопрос, управление жилищного хозяйства этот вопрос могло уже решить. Такое тоже у нас бывает. Ну, как правило, я немножечко не соглашусь с Артемом. Я считаю, что неосвоение депутатских денег, которые выделяются из городского бюджета, 100% вина лежит непосредственно на самом депутате. Да. Каждый депутат должен знать проблемы своего округа, он должен работать с департаментом и жилищного хозяйства, и благоустройства. Можно я есть как такие... финансист скажу, что у нас почти все депутаты все осваивают? Но зачем мы говорим о том, нет, что кто-то что-то не осваивает? У нас на сегодняшний день в бюджетной комиссии есть освоение. Есть неосвоение 1 400 000 отфиксировано. То есть это 10% уже по результату работы комиссии. Это 1%. Да, это 1%. 1%. Коллеги, но следующая позиция, это сейчас в ноябре множество депутатов обратилось с изменением назначений своих средств. Просили ли больше денег депутата, чтобы выделить? Да, депутаты неоднократно обращались на бюджетную комиссию, просили больше. Но, смотрите, мое мнение следующее, что все-таки 2 миллиона на округ, нельзя сказать, что это много и мало, но я считаю, что это достаточно. И давайте мы посмотрим все-таки на освоение и в 2018 году. Потому что так как процентов 20-30 средств, они будут не освоены по депутатским деньгам. Так каждый год происходит. Михаил Александрович, еще звучала проблема по поводу того, что утепление труб, в общем, энергоэффективность должна внедряться для того, чтобы люди платили меньше денег за коммунальные услуги. Что делается в этом направлении в городе? Что будет делаться в 2018 году? В этом году мы заменили изоляцию на теплотрассах, если не ошибаюсь, порядка 70 километров. И на следующий год у нас запланирована замена теплоизоляции на магистральных трубопроводах порядка еще 100 километров. То есть в следующем году мы заменим
я думаю, все основные участки всех магистралей в городе, по которым подается теплоноситель. В этом году мы закупили большое количество насосного оборудования, которое от котлов подают теплоноситель непосредственно к жителям домов. Это современное импортное оборудование с достаточно низким расходом электроэнергии, который в разы отличается от того оборудования, которое было установлено. И благодаря этому, в отличие от остальных городов Украины, мы в этом году не повысили стоимость оплаты за отопление. То есть практически, то есть в общем, если взять среднюю температуру по городу, то есть мы остались практически на том же уровне. Некоторые коммунальные предприятия эту сумму даже снизили. Значительные изменения произойдут у нас в следующем году касаемо жителей, которые получают тепло от ЮМЗ. В следующем году поставкой тепла будет заниматься наше коммунальное предприятие. Мы разработали уже проект на строительство ряда новых котелен. Часть из них уже собраны. И к следующему отопительному сезону мы самостоятельно перейдем на собственные котельные. Если будем говорить так, чтобы было понятно, котельное оборудование, которое стоит сейчас в ЮМЗ, оно 50-х годов выпуска, и его КПД на сегодняшний день составляет там около 55%. То котельное оборудование, которое мы приобрели в этом году, у нас котлы импортные, у них КПД на сегодняшний день порядка 98-97%. Спасибо вам большое. Пополнения в уставные фонды, которые беспокоят всех активистов, вы тоже задавали сегодня вопрос, это в том числе на выполнение тех задач, которые сказал Михаил Александрович. Спасибо большое вам за ответы. Я нагадую, мы говорили про бюджет міста, за яким ми будемо жити вже з 1 січня 2018 року. Я бажаю всім приємного вечора та гарного настрою. Побачимось.